Наш эксклюзив. Новые детали в деле майора-педофила. Призвали к ответу. Кто же стоит за атом ЖКХ Заречный? Новая жизнь. Кто и как делает костюмы для детей с ДЦП? Здравствуйте, в эфире программа «Детали дня» в студии Екатерина Танких. Последнее в этом году заседание городской думы под председательством Андрея Кислицына прошло всего за 10 минут. За это время депутаты 4-го созыва решили сразу несколько вопросов. В частности, назначили дату выборов в городскую думу. Выбирать народных избранников зареченцы будут 4 марта. И это будут, напомним, не просто депутаты, а потенциальные кандидаты на пост главы города. Кстати, на заседании председатель Думы Андрей Кислицын сообщил весть от Минюста. Поправки в устав, отменяющие прямые выборы мэра, зарегистрированы. Документ, подтверждающий это, был подписан 7 декабря. И, как подчеркнул сам Андрей Николаевич, теперь уже точно можно говорить, что мэра зареченцы выбирать больше не будут. Оставшиеся вопросы из повестки Думы касались владений города. В частности, в собственность муниципалитета депутаты принимают вот эту постройку. Борьба за нее шла более 5 лет. До сегодняшнего дня здание находилось в федеральной собственности. Как будут использовать новые владения, думцы пока не знают. Рассмотреть варианты обещают в следующем году. Хорошо, давайте сделаем свою большую работу. Кто за прием, попрошу писать. Кто против, кто воздержался, решение принято. В ближайшие дни будет предъявлено обвинение Вячеславу Ланских, бывшему сотруднику ОВД, подозреваемому в педофилии. А между тем в Асбестовском межрайонном следственном отделе продолжают раскрывать новые подробности этого громкого дела. В ходе следствия установлено, что находясь у себя в квартире, обвиняемый под предлогом игры в бутылочку разделся догола перед малолетней потерпевшей, продемонстрировав свой половой орган. Как оказалось, в своем аморальном поступке бывший правоохранитель признался не сам. Об этом сообщила потерпевшая на одном из допросов. Следователи тщательно проверили все обстоятельства и дали надлежащую правовую оценку. Этот эпизод теперь соединен в одно производство с основным уголовным делом. Обвинение бывшему сотруднику МВД будет предъявлено в ближайшие дни. После чего материалы дела отправят в областную прокуратуру, где в частности должны определить, какое наказание для Ланских будет запрошено у суда. Речь может идти о 20 годах лишения свободы. Правда, не исключено, что приговор будет гораздо мягче, ведь подозреваемый своей вины не отрицает и активно помогает следствию установить все детали совершенных им преступлений. В этом можно убедиться, отсмотрев видеозапись проверки показаний на месте. Сколько, Елена? Сколько? 13. А об этом она вам говорила или кто-то другой? Она говорила, что скоро 14 будет. Как сделать безболезненным переход из одной управляющей компании в другую, решали накануне в администрации города. Для этого чиновники и коммунальщики пытались разработать особый регламент передачи документов на управление домами. Регламент в ходе заседания так и не разработали. Однако в процессе обсуждения множество вопросов возникло к новой для Заречного компании «Атом ЖКХ Заречный». В основном, что говорят, допустим, в ДЭЗе плохо, пойдем в «Атом ЖКХ», там будет хорошо. Вот они пришли, они всех сделают счастливыми, все будет дешево и качественно. Но это не факт, что будет именно так, во-первых. Во-вторых, что греха таить, все, кто оказывает коммунальные услуги, они не занимаются благотворительностью, а прежде всего созданы для того, чтобы получать прибыль, в том числе и вы не исключение. Представители администрации, собственно, как и многие жители Заречного, в очередной раз усомнились в том, что управляющая компания «Атом ЖКХ Заречный» имеет какое-либо отношение к концерну «Росэнергоатом». Ведь на данный момент доказательством этому служит только заявление отдельных руководителей из Москвы. Директор БС Михаил Баканов на встречах с жителями также не дал четкого ответа, стоит ли доверять этой управляющей компании. Зато на этом заседании директор «Атом ЖКХ Заречный» Василий Ведерников подтвердил, за ним стоит «Росэнергоатом». А то, что компания зарегистрирована на некое частное лицо из Петрозаводска, так это было сделано для того, чтобы ускорить процесс регистрации предприятия. Василий Ведерников также подчеркнул, что концерн обещает поддерживать компанию не только на словах, но и реальными инвестициями. Могу сказать, что представители концерна, с которым я общаюсь ежедневно, реально настроены на защиту в концерне инвестиционной программы, которая позволит достаточно кратчайшие сроки улучшить состояние жилого фонда в городе Заречном, который выбрал «Атом ЖКХ Заречный». Церебральный паралич перестанет быть приговором. В Заречном изобрели уникальный костюм, который способен поставить больных детей на ноги. Некогда инновационный проект сегодня перерастает в мировое производство.
О лечебной одежде, аналогов которой не существует, расскажет Александр Кузнецов. Опускаем, опускаем, опускаем. Вот. Уже на протяжении 10 занятий 2-летняя Регина Абдуллина делает специальную гимнастику, заставляет мышцы работать. У малышки тяжелейшая форма детского церебрального паралича. Каждое движение рукой или ногой ей дается с большим трудом. В этом же костюме двигаться стало намного легче. После 10-дневного курса у нее укрепились мышцы спины, она стала опираться, увеличилась сила в руках, в ногах. То есть девочка стала самостоятельно делать несколько шажков, 5-6 шажков – это уже большое достижение. Изобрел и изготовил чудо-костюмы зареченский предприниматель Сергей Глитков. Идея целебной одежды, признается, зрела давно, но осуществить ее получилось только после кризиса. Образец готовил почти 8 месяцев. В основу легло первое изобретение предпринимателя – нетонущий костюм. Задача была сделать действенное, недорогое, а главное – простое в применении лечебное средство. Результат превзошел ожидания. Ложится ребенок. Шнуровка единоразово подгоняется под его размер. Дальше уже только две молнии. Застегивается либо так, либо так. Надеть костюм удается всего за несколько минут. Затем в дело вступают воздушные камеры. Под их напором ребенка полностью обжимает мягкая согревающая ткань. За счет этого стимулируется большинство мышц. И дело остается только за специальными упражнениями. Секрет костюма в наполнителе. Это обычный строительный утеплитель изолон. Сергей Глитков придумал, как измельчать материал до нужного размера. Это его запатентованное изобретение. В сочетании с дизайном костюма это дает по-настоящему чудесный эффект. Подобного метода лечения детского церебрального паралича вообще не существует сейчас в мире. Это не просто слова, это показали клинические исследования, которые мы проводили на базе репутационного центра «Здоровое детство». И много-много детишек, более 40 человек участвовали в этих исследованиях, и они действительно показали действенность этой методики. Методику удалось сделать не только действенной, но и доступной. Инновационная технология позволила существенно сократить время и затраты на производство. Сейчас изготовление одного костюма занимает около 6 часов, а его стоимость не превышает 10 тысяч, в то время как цена российских устройств похожего назначения зачастую достигает 30 тысяч рублей. Уникальной технологией заинтересовались уже во многих странах мира. Но главное для изобретателя письма приходят вовсе не от крупных компаний. На днях получили письмо. Дядя Сережа, я не могу ходить, помогите, пожалуйста. Мальчик с Украины пишет. Это в двух словах, но слезы наворачиваются. Сегодня изобретение Сергея проходит процедуру сертификации, а после войдет в производство многих европейских стран. С его помощью, уверены врачи, удастся поставить на ноги многих детей, как это произошло и с 2-летней Региной Абдуллиной. Именно в костюме она сделала свои первые в жизни шаги. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Ажиотаж и волнение горожан вокруг перепрограммирования двухтарифных счетчиков на электроэнергию продолжается. Зареченцы боятся, что из-за старой настройки тарификации они переплачивают коммунальщикам за свет. Структуры ЖКХ, напротив, считают, что повода для беспокойства нет. Компания ООДС уже отправила запрос в Свердловскэнергосбыт по поводу того, когда и как будет проходить настройка счетчиков на новый тариф, считывающий показания в дневные и ночные часы по факту. Напомним, до отмены перехода на зимнее время двухтарифные счетчики были запрограммированы на автоматический перевод часов. Соответственно, сейчас настройки нужно изменить. На решение этой проблемы у горожан есть еще целый год. Как рассказали нам в ДЭЗе, до сих пор неизвестно, кто займется подкручиванием счетчиков и сколько это будет стоить. Поэтому коммунальщики советуют зареченцам не наводить панику и дождаться полной информации о предстоящем перепрограммировании. Я бы не рекомендовала торопиться сейчас и принимать какие-то решения, потому что все равно мы должны понять, как эти работы надо выполнять. Информация, которую мы получим, она будет доведена до сведения жителей. На сегодня пока мы не получили еще ответ, какие мероприятия и как это должно быть, потому что однозначно я бы хотела обратиться к жителям, что при выполнении этих работ должен составляться акт о том, что перепрограммирование счетчиков произведено. В Заречном будет родительский комитет. За реализацию этой инициативы взялись несколько активных горожан во главе с Василием Бушуевым. Отец двух детей решил объединить зареченцев ради блага молодого поколения. Мы хотели создать что-то такое, что сплотить людей, которым не безразлично будущее наших детей, чтобы мы могли как-то влиять на их воспитание, я не знаю,
на их развитие. Подобные родительские комитеты существуют сегодня во многих городах Свердловской области. Их круг деятельности включает в себя не только содействие подросткам в образовании, но и решение многих других проблем. Так, члены крупнейшего в области Екатеринбургского комитета следят за здоровьем школьников, их патриотическим воспитанием, влияют на содержание рекламы и участвуют в рейдах по местам торговли алкоголя несовершеннолетним. Их примеру последуют и зареченцы. Уже на этой неделе они планируют встретиться со своими более опытными коллегами из столицы Среднего Урала. Стать членом родительского комитета может любой желающий. Телефон, по которому можно узнать подробнее об этой инициативе, вы сейчас видите на своем экране. Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. В этот день принято чествовать всех, кто внес свой вклад в жизнь нашей страны. Накануне праздника во Дворце культуры «Ровесник» состоялся торжественный вечер «Патриоты России». В концертном зале собрались герои Чернобыльской аварии. Всем им вручили нагрудные знаки за отвагу. И вот этот момент, который у нас действительно стоит в нашем вопросительном знаке, за что человек бьется, каждый знает по себе. Да чтобы открыто посмотреть друг другу в глаза, что не смолодушничал, не струсил, а просто взял удар на себя и сделал свое дело. Тех, кто взял удар на себя, тогда в апреле 86 года в зале более 200 человек. Все, кто сегодня выходит на эту сцену, герои-ликвидаторы атомной катастрофы в Чернобыле. Маленькая медаль в подарок, лишь напоминание о поступке. На торжественном вечере не обошли стороной и главного героя этого праздника. Под громкие аплодисменты зал отдал честь Николаю Михайловичу Григорьеву и его подвигу перед Отечеством. Сам герой Советского Союза, кстати, единственный в Заречном, в этот день поздравления и награды принимал не в родном городе, а в резиденции губернатора Свердловской области. Николаю Михайловичу была вручена грамота за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Напомним, Николай Григорьев за свою жизнь уже не раз отмечен за отвагу, за боевые заслуги. Имеет орден Ленина, орден Красной Звезды и самую большую награду – золотую звезду Героя СССР. Сегодня в Белоярском техникуме почтили память пропавших без вести на Чеченской войне. Для преподавателей этот день стал личной датой еще в 90-х. Именно тогда в горячей точке без вести пропал выпускник бывшего училища Данил Салтанов. Кто из студентов готов взять в руки автомат сегодня и как молодое поколение отдает дань своим героям, расскажет Мария Морозова. Елена Олесова – студентка Белоярского и юридического техникумов. За плечами годы обучения в школе милиции. Именно там первокурсница впервые заинтересовалась военной темой. Узнав о встрече в честь Дня памяти, не раздумывая, предложила себя на роль ведущей. Как матерям терпеть то горе, что подарила их война. Их реки слез создали к морю. Это было выступление для того, чтобы в основном в нашем техникуме у юношей было желание защищать родину, чтобы это было в примером, что нужно защищать родину и не надо как бы косить, грубо говоря, от армии. Сегодня Лена вместе с подругами рассказывает своим сверстникам об огромной трагедии, о войне. В такие моменты эмоции и слезы сдерживать трудно, признается студентка. Слишком уж болезненная тема. Совсем скоро Лене придется провожать в Чечню своих друзей. С нашего юридического техникума, в котором я учусь, набирают добровольцев через год в Чечню. Я бы хотела съездить в горячую точку сама, испытать то же, что испытывают наши мальчишки. Минута молчания в честь пропавших без вести во время боевых действий в Чечне. В честь Данила Султанова, выпускника бывшего училища. Сегодня о нем здесь знает каждый студент. По рассказам знавших его педагогов, фотографиям и мемориальной доске, которая вот уже 10 лет возвышается над входом в технику. Мальчик учился у нас. Я как мастер производственного обучения и преподаватель очень хорошо его знала. И поэтому, когда открыли мемориальную доску на нашем техникуме, мы всегда чтим память. И 1 сентября, когда мы начинаем учебный год, мы всегда возлагаем цветы в дань памяти о Даниле. Сегодня небольшая коллекция в честь зареченского солдата пополнилась еще одним экспонатом – книгой памяти. На первой странице надпись «На добрую память о моем сыне Даниле Султанове». А на 195-й – история его жизни, уместившаяся в нескольких строках среди тысяч таких же потерянных судеб. Мария Морозова, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. В ближайшие два дня похолодания не ожидается. Столбик термометра не опустится ниже минус 12 градусов. Подробнее о прогнозе погоды прямо сейчас.
Завтра днем над городом засияет солнце. Температура воздуха всего минус 6 градусов. В ночь с 10 на 11 декабря похолодает до минус 11. В воскресенье днем столбик термометра установится на отметке минус 8. Ночью минус 10. Атмосферное давление в выходные 751-755 миллиметров ртутного столба. Ветер преимущественно южный 1,3 метра в секунду. 7-11-72. Это телефон, по которому вы можете рассказывать о своих проблемах, о своих радостях, об интересных людях и необычных явлениях. Ваши новости – это и есть самые значимые детали города. Помните об этом и смотрите нас по будням на канале Заречный ТВ. Счастливо!